Вас приветствует канал «Мошенники, аферисты, фармазоны». Алло, алло. Здравствуйте, Георгий. Да, слушаю вас. Меня зовут Константин, я являюсь вашим аккаунт-менеджером по проекту «Газпромбанк». Вижу, вы у нас регистрацию прошли с целью ознакомления и активации вашего счета, верно? Да нет, с целью заработка. Что? С целью заработка. Ну, хорошо, да, ты... тогда давайте с вами, Георгий, знакомиться. Я вам более подробнее объясню, чем мы здесь будем с вами заниматься. Уже отвечу на все ваши вопросы и помогу вам представить. А у нас сейчас уже так достаточно поздно, практически 9:30. Может, давайте послезавтра? Ну, сейчас уже действительно... А для чего переносить нам на послезавтра? Ну, я ждал так вот звонка в какое-то такое более раннее время. А сейчас уже время вечернего мациона, чашка вечернего кофею. Вы регистрацию оставляли в течение 5 часов. Я вас сразу же набрал, но не смог дозвониться. Именно поэтому сейчас выделил время для того, чтобы мы с вами разобрались во всем. Это займет 10-15 минут, и после этого вы уже сможете... Так, пора уже кофей испить и посмотреть вечернее ток-шоу какого-то и уже дрыхнуть пора. Георгий, вы понимаете, где вы прошли регистрацию? Или же все-таки вам напомнить? Ну, напомните, пожалуйста. Я-то помню, но вдруг вы что-то новое рассказываете. Это инвестиционное направление. Где вы выставили заявку с целью заработка? А если вы мне сейчас предлагаете, чтобы посмотреть какое-то шоу на телевизоре и заняться другими делами, ну, это не серьезно. Так вечером уже голова не варит. Ну, что сейчас воспринимать? Даже если, в общем, голова не варит, туда же ничего же не запихнешь толкового. Конечно, не буду вам сложно все рассказывать. У меня есть для этого язык, для того, чтобы полностью вам все это объяснить. Ну и показать, как это работает. Просто я не в том дело, что я вот как-то пренебрегаю вашей персоной и не хочу вам делить время. Просто чувствую уже некоторую ментальную усталость, и она может помешать мне воспринимать вот ваши слова в той полноте и в том объеме, на который вы... Вполне при вашем красноречии могли бы рассчитывать. Не помешает. Все у нас будет в порядке. Я в это верю. Ну, хорошо. Ну, то есть, если у нас нет других вариантов, то, конечно, да. Я весь внемлю, да. Но это же много не займет времени. Замечательно. Угу. Ну, в зависимости от того, как быстро мы с вами приступим к работе. Угу. Ну, Давайте разберем. Для начала вы мне подскажите, как вообще узнали за наш проект? За ваш проект? Да, я искал в интернете заработок. Прям взял и так по-простому загуглил заработок. И мне выкинуло кучу ссылок, в том числе и вашу. Угу. Хорошо. Но а что вообще вас подвинуло написать в интернете слово «заработок»? Ну, желание обрести заработок. Угу. Как вы его себе видите, работая с нами? Да, вообще никак не вижу. Ну, я так понимаю, что вы даете возможность зарабатывать на продаже того всего 5-10. Я что-то куплю, допустим, Газпром, и мне там дивиденды заплатят. Да, абсолютно верно. Зарабатывать мы будем с вами на разнице, покупка-продажа активов. Это все, что вам, в принципе, необходимо знать. Вы мне только подскажите, Георгий, ранее себя в инвестициях пробовали? Ну да. Ничего себе, и как ваши успехи были? Да, более-менее. Угу. Как происходил ваш заработок? Я покупал квартиру в недостроенном доме.
Потом, когда он достраивался дом, уже квартиры, конечно, существенно вырастали, и я ее продавал. Ну, вот и весь заработок. Ну, это инвестиция в недвижимость, а инвестиции на финансовом рынке, в активы, в акции, облигации, дивиденды и так далее. Нет, туда, таким форматом туда не лез. Работы. Работали? Нет, туда не лез. А сейчас, я так понимаю, решили все-таки дать себе шанс, ну и попробовать. Ну, я решил разобраться с этим всем делом. Вот как на нем зарабатывают люди и смогу ли зарабатывать я? Ну, если у вас есть подключение к интернету, если вы человек с своевременного формата, где у вас есть и планшет, мобильное устройство, тогда вполне сможете. Ну, для того, чтобы я в целом, Георгий, понимал, можем ли мы с вами, в принципе, зарабатывать деньги, вы мне подскажите, сколько вам полных лет и гражданство у вас какой страны? Мне 42 полных года, у меня есть российское гражданство. Ничего себе, в самом расцвете сил, как говорят. Ну, самое главное, что 18 есть, официально, легально находитесь на территории России, поработать мы с вами можем. Вы мне подскажите, Георгий, для себя данный заработок, как планируете рассматривать? Как дополнительный или же как основной? Вы сейчас как вообще работаете? Да я его вообще не собираюсь классифицировать. Заработок и заработок, посмотрим, как он будет. Ну, смысл мне присваивать ему эпитеты, это дополнительный или основной тут? Какой получится? Ну, дело в том, что компания будет вам подбирать и специалисты, и формат работы, и также это все связывать с вашим графиком. Вот вы сейчас где-то работаете, чем-нибудь занимаетесь? Я, ну, у меня есть работа, и даже не одна работа, ну, смысл компании. Мне нужно будет как-то знать, когда я буду коммуницировать с вашими сотрудниками, сколько мне надо будет времени, в какое время надо выходить на связь. Если прям в любой момент меня могут вызвать ваши сотрудники, то это затруднительно. У меня иногда бывают периоды недоступности. Если мы установим какое-то время, то я думаю, что к этому времени я смогу разбросать свои дела и освободиться для общения с вашими коллегами. Это у вас, я так понимаю, свой бизнес или вы где-то на кого-то работаете? Ну, есть определенная занятость, и она приносит мне доход. Хорошо. Тогда давайте, в принципе, мы с вами разберем. Я вам постараюсь все очень подробно объяснить, только давайте мы сразу с вами договоримся. Георгий, если что-то будет непонятно, вы, главное, задавайте вопросы. Договорились? Ну, да, давайте. Супер. По времени. На начальном этапе вам вполне хватит 10-15 минут пару раз в неделю. То есть это 1, 2, 3 раза в неделю вам необходимо будет связываться с вашим аналитиком. Вы как здесь человек новый, я за вами закреплю аналитика. Человек, который будет полностью вас сопровождать, обучать, бирировать, ну и давать вам торговые сигналы. Где, когда, что купить и сколько вы на этом сможете заработать. Работать вы будете на нашем сайте с помощью телефона, ноутбуков, как вам будет комфортней. Принцип работы – купили дешевле, продали дороже. На разнице с вами и заработали. Это понимаете? Ну, более-менее, да. Да, то есть вы будете работать таким образом, чтобы и вам было удобно работать, и вашему специалисту. Именно это мы подбираем для каждого индивидуальный график работы. Также будете заходить с вашим аналитиком, торговать на нашем сайте, поторгуете неделю-две с минимум, посмотрите на свой результат, и если вас все заинтересует, работаем дальше. Зарабатывать мы будем с вами на международных активах. Это акции компании «Газпрома», это нефть, это газ, который сейчас «Газпром» и дает, и санкционирует большое количество людей, то есть практически все население. На этом мы будем с вами зарабатывать. Понимаете как? Или же все-таки лучше объяснить? Ну, я примерно понимаю. У меня первый вопрос. Ваше приложение в Google Play Market есть? Да. Ну, хорошо, отлично. Вот, собственно говоря, это самый узловой такой вопрос. Я сейчас зайду, а вы скажите, как мне вас найти там в Play Market? Я сейчас вам сброшу. Сейчас вы мне только подскажите. WhatsApp, Telegram, Viber, что-нибудь из этого есть?
Есть WhatsApp. Ну вот, здорово. Я сейчас вам для удобства сброшу сразу же на WhatsApp, для того, чтобы у вас уже была закрепленная ссылка. И я вам показал, как необходимо оперировать своим личным кабинетом. А ну сейчас подождите, я уже что-то засомневался. Так, сейчас. В чем? Сейчас посмотрю, что у меня там с WhatsApp творится. Так. Да, есть, все, есть. Вот, супер, замечательно. Вы тогда, Георгий, ставьте мне на громкую связь и сейчас заходите на WhatsApp. Я сейчас вам напишу сообщение. Угу. Так. У вас WhatsApp на номере 5642, это последние 4 цифры. Да. Я да, правильно, да. Понимаю? Да. Угу. Так. Пишу, это Константин. Угу. Так. Вот, нашел ваш контакт. Пишу, угу. Это Константин. Сразу напишите мне что-то в ответ, чтобы у нас с вами была обратная связь. Так, мне многие партнеры, Георгий, приходят с разных абсолютно сфер. Кто-то работает в сфере строительства, кто-то работает в ресторанном бизнесе. А вы сами в какой сфере деятельности сейчас? Ну, я не строитель и не ресторатор, у меня своя сфера есть. Угу. С чем она связана у вас? Да, разный бизнес есть. Другого немножко направленность. Прям даже сказать, совсем другая. Угу. Угу. Ну, касаемо бизнеса, вот у меня много партнеров сейчас, это связано с логистическим бизнесом, занимается логистикой. Ну, а ваш бизнес это с продажами связан или же с какими-то... Не, я вообще не логист, ни разу не логист, скажем так, у меня с логистикой не связано. Угу. Хорошо. Ну, я так понимаю, что есть свое дело, которое вы ведете, я правильно понимаю? Да, да, вот именно. Вот. Вы хорошо сказали, угу. Лучше не скажешь. Да, свое дело, я его без делаю. Проблем. Ну, как долго занимаетесь своим уже делом? Точнее, ну, ведете его? Вот в таком статусе, как я сейчас, 6 лет. Да вы что? Ну, это, я так понимаю, на официальном уровне сейчас? В смысле? Ну, налоги оплачиваете или как? Ну, конечно, все мои бизнесмены, конечно. Немного все. От них уходите. Еще бы я по телефону говорил, что я налоги не оплачиваю. Конечно, оплачиваю, все хорошо. Я вас услышал. Даже в двойном размере оплачу. Чтобы государство было довольно. Надеюсь, на том конце трубки меня слышат. Слышу только я вас. Ну, хорошо, если так. Если нет, то... И если нет, то пусть зафиксируют. В двойном размере плачу, все. Без проблем. Ну, касаемо налогов, я думаю, вы слышали о криптовалюте, о том, что, в принципе, проекты инвестиционной биржи, они налоговую государству, банкам не подают. За это вы можете, в принципе, не волноваться, так как данный бизнес, он ведет полностью официально и легально. Не понял. Еще раз. Что там налоги не подают? Кто не подает налоги? Налогоотчетность государству, инвестиционные проекты, инвестиционные компании и те люди, которые дают возможность вам зарабатывать на международных активах, налогоотчетность государству не подают. Да еще и как подают. Они переправляют налоговую инспекцию и все на свете. У меня моего товарища, и, который, собственно, меня и подбил заниматься. У него Федеральная налоговая служба льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг забирала все, несмотря на то, что у него там есть определенные права, он там где-то там, в общем, должен был проходить как льготник. На основании его прибыли от инвестиционной деятельности срубили все льготы. Другое.
Нет, так я... Это вот, немного другое. Это все одно и то же. Налоговая прекрасно знала, какие прибыли и сколько он заработал. И передавала эти все данные в контору, которая занималась расчетом. В любом случае, я вас услышал, но на будущее, если в дальнейшем планируете в этом разбираться, то знайте, что биржи, криптобиржи, да, о которых будет идти в дальнейшем речь, они налогоотчетность государства не подают. Вот сейчас, Георгий, я вам отправляю торговую площадку Газпрома. Видите, сейчас я вам отправил на WhatsApp. Вы сейчас можете посмотреть. Есть ссылка. MobTrader. Сейчас, секундочку. Нету ничего. Посмотрите. А, теперь есть. Да. Сейчас так. Переходите по ней, я сейчас полностью вас со всем ознакомлю. Так это же не на Google Play Market. Мне же надо андроидовское приложение. Без проблем, вы сейчас можете зайти, это все есть в общем доступе. Сейчас мы с вами авторизируемся, после чего уже будете самостоятельно работать. Да, ну я в этом самом через браузер такое себе. Давайте сразу скачаем приложение. Ничего страшного, сейчас приходите по этой ссылке, сами сейчас все скачаем. Ну хорошо, давайте. Тут я не вижу, кстати, нигде, что было андроидовское. Вы нажали на ссылку? Ну нажал, конечно, я уже там. Так, замечательно. И говорите, что перед собой, Георгий, вы увидите. Ну это какое-то название веб-трейдер. Ну это ж вебовское приложение, я же вам говорю, мне надо андроидовское. Для чего? Не понял. Вы же сказали, что оно есть. Теперь задайте вопросы, для чего. Так намного удобнее, чем через браузер сидеть. Ну, вы можете сейчас зайти, в принципе, как и в Play Market, и также зайти сейчас, собственно, на сайт. Потому что я сейчас работаю за ноутбуком и с вами сейчас общаюсь. Мне проще вам отправить ссылку для того, чтобы быстро вам это все показать. Не отнимать ваше, но и не свое время. Сейчас вы перед собой что видите на экране? Вижу какое-то вебовское приложение в тот момент, когда мне нужно андроид. Если вы работаете на ноутбуке, то вам удобно, понятно, потому что вы через браузер работаете. А если я планирую работать на телефоне, то мне неудобно просто работать на телефоне через браузер. Сейчас уже 21 век, уже все ресурсы имеют свои приложения. Одноклассники, ВКонтакте. Каждый уважающий себя ресурс имеет свое приложение андроидовское. Вы сказали, что оно есть. Давайте скачаем. Хорошо. Вам в дальнейшем уже специалисты это все сделают и установят веб-трейдер на ваш мобильный телефон. А пока мы с вами сейчас таким образом и ознакомимся. У вас сейчас есть два поля. Первое – это логин, и второе – это пароль. Видите? Не вижу и видеть не хочу. Почему? Потому что я ищу андроидовское приложение, я его сам скачаю. Идемте, пожалуйста, в Google Play Market и покажите мне, как его там найти. Вам в дальнейшем его установят. Я сейчас сам установлю и на нем зарегистрирую. Зачем мне в дальнейшем? Мне что-то не нравится, что вы упорно не хотите меня знакомить с вашим приложением. Установите. Вас в дальнейшем с ним ознакомят. В дальнейшем тогда и будем сотрудничать, а сейчас нет. Георгий, давайте так, вы сюда пришли с целью заработка, для того, чтобы зарабатывать деньги, или же для того, чтобы обсуждать, где вы можете скачать это приложение? Чтобы зарабатывать деньги. Абсолютно верно, именно поэтому мы сейчас с вами будем зарабатывать деньги. Сейчас у вас есть два поля, это первое логин и второе это пароль. Логин вы указываете тот, который вы указывали при регистрации. Вы его помните? Так а где в Google Play Market, как надо забить приложение, чтобы оно появилось? Вам в дальнейшем установят, Георгий, у меня сейчас нет времени для того, чтобы скачать сами приложение. Вы сюда пришли для того, чтобы ознакомиться и заработать. Моя задача вам в этом помочь. Нажимайте сейчас на логин. Если я в Play Market веб-трейдер введу, то ну, оно, вот это, которое у вас появится или нет? Появится, да. А, тогда я сейчас его туда... Вы сейчас делаете то, что я вам говорю, Георгий. Вы сейчас заходите по той ссылке, которую я отправил. Угу. Называется Option Road Web Trader.
Нормально? Он... Георгий, вы меня слышите сейчас? Что ну, я конечно. говорю вам? Ну, конечно. Представляет Вы сейчас собой... делаете так, как я вам говорю, чтобы мы с вами следовали четко так, а так же удобнее, чтобы вы получили знания. Ну, в дальнейшем вы это сделаете, Георгий, это не проблема. В дальнейшем так давайте сразу это делать хорошо. Что ж мы потом переделывать-то будем? Давайте сразу хорошо сделаем. Это не моя работа. Это уже работа ваших специалистов. Моя задача вам только помочь приступить. Дальше с вами уже занимаются другие люди. Так вы же не сейчас будете ничего делать. Я же сам только возьму и скачаю. Тут скачивает я и мой мобильный телефон. Вам же и трудиться-то не придется. Вы мне просто скажите название. Георгий, мы с вами уже общаемся более 20 минут. За это время я успеваю и помочь моим партнерам приступить к работе, и активировать торговый счет. С вами мы обсуждаем касаемо того, как приложение это установить. Вам нет никакой разницы, какое приложение вам всего установить. Вас не интересует заработок. Так, нет. Именно поэтому вы, так что, я вы могу... действительно хотите разобраться. Ну, как нету? Я разве вместо вашего приложения могу установить себе шагомер, к примеру, и не будет никакой разницы? Вы же понимаете, будете что это абсурдно. Делайте себе шагомер с вашими специалистами, Георгий. Приходите сейчас по ссылке, которую я отправил, и сейчас мы с вами все сделаем. Так а чего сразу не сделали? Ну потом же переделывать придется. Мы вот мы сначала кладем ничего, асфальт, ничего а потом под ним трубы меняем. Ну так же ж нельзя. Давайте уже как-то отходить от этой вот нашего авось. Давайте сразу сделаем хорошо. Мы сейчас можем с вами сделать с помощью сайта, на котором сейчас я вас совсем ознакомлю. Да он не Давайте будет. Давайте, Георгий, не будем терять время. Переходите по ссылке и сами сейчас это сделаем. Сейчас в браузере, даже Яндекс, и тут в браузере не сидит. Яндекс постоянно выкидывает. Перейдите, пожалуйста, в приложение. Нет, у меня осталось 3 минуты. 3 Вам минуты будет там много идей. Давайте не будем забивать мое время. Так, ну, как сейчас раз я бы уже установил бы. Ну, почему? Георгий, уже 2 минуты. Давайте следовать четко нашей инструкции. Я же вам говорил, давайте перенесем на послезавтра. Вы за вечером, у вас времени нет. Вы куда-то спешите. Ну что это за работа такая? Давайте перенесем на... Я перенесли бы на другое время. Вы же сами настояли на работе именно сегодня. Скажите мне, я сейчас установлю... Георгий, и это довольно... я еще раз говорю. Вам и спаться легче будет. Я уже устал. Ну, видите? Я уже устал вам доказывать одно и то же. Видите, вот как происходит-то? Вы меня не слышите. Вы меня не слышите и слышать меня не хотите. Да, я вас слышу. Я просто не понимаю, почему при наличии Android-приложения мы не можем его сейчас установить. Это же так просто. Это не проблема. Ну, давайте, подскажите мне. Ну, что мне самому искать или что? Заходите сейчас на наш сайт, я сейчас вам скачаю его самостоятельно. Ну хорошо, кого скачаете самостоятельно? Сейчас заходите на WhatsApp, я вам отправляю снова ссылку на личный кабинет. Так вы мне лучше отправьте ссылочку на Android-приложение. Мы делаем так, как я говорю. А чего? Давайте сделаем, как я говорю. Ну, я ж тоже правильные вещи советую. Но если есть Android-приложение, почему же не делать? Алло. Да, да, да. Да, куда же вы пропали, Дима Паянчик? А это уже кто-то другой, и как вас зовут? Меня Руслан зовут. А тот специалист, где делся? Мы с ним не закончили. А если у вас что-то не получается, я как раз таки хочу у вас поинтересоваться. Что у вас смотрите. Получается? Смотрите, он мне рассказал, что есть у вас хорошее Android-приложение. Хорошее, хорошо отрегулировано, нормальное Android-приложение. Но я, естественно, загорелся, мне же с телефона. Uh-huh. Ну, кто с телефона сидит в браузерной версии? Все сейчас с телефона, значит, на Android-приложение. Зашел в Google Play Market, хочу скачать, установить, зарегистрироваться, так же удобно. А он мне говорит, что все есть, но сейчас установить он почему-то не хочет. Вот упорно, я его прошу буквально, ну, упрашиваю, ну, давайте установим.
Нет, заходите в браузерную версию. А что там в браузерной версии? Там все эти циферки, кнопочки все маленькие, у меня пальцы большие, толстые. Я куда им тоже своими волосатыми сосисками буду туда по этим маленьким кнопочкам тыкать? Ну, он как издевается надо мной. Георгий, я хочу... Не, я просто вам объясню один такой момент. Через браузер, знаете, почему лучше через браузер? Да не почему, сейчас все уходят от браузера. Одноклассники, все, не надо. Браузер, например, приходите в приложение. Я вам объясню. Яндекс, не, все, я приходите в приложение. Знаете, в чем разница? Почему? Если знаете, бы почему было бы лучше, ну, не было нет. бы никогда Android-приложений. Все сидели бы в браузерных версиях. Ответьте мне на вопрос. Георгий, ответьте мне на вопрос. Как я отвечу? Ну, не, оно не лучше. Поэтому ответа нету на вопрос. Оно, вопрос абсурд, оно не вы лучше. Вы знаете, либо не знаете. Оно не лучше. Не знаю. Почему? Объясните. Потому что, в общем, приложения Android, они же адаптированы для маленького экрана. Там кнопочки увеличены. Дело не... Так у вас адаптация идет через браузер точно так же. Я просто объясню. Там, где там кнопки маленькие. Да, сама непосредственно платформа. Там маленькие кнопки. Когда происходит первых, повторюсь, не перебивайте. Когда вы заходите вообще маленькие. В личный кабинет, непосредственно на платформу, там есть в первую очередь инструменты, благодаря которым вы будете зарабатывать. Для того, чтобы эти инструменты были полный спектр этих инструментов, через браузер открывается более, скажем так, в большом объеме эти инструменты. Через браузер там только ограниченное количество, там условно только 2-3 инструмента и все. Это вот в этом разница. Вы к нам обратились для того, чтобы заработать деньги, либо просто да, как ни о чем, как нечего делать. Ну, давайте вот с этого начнем. Мы начнем с другого. Ваша компания заплатила кучу денег за разработку Android-приложения. Это деньги сейчас стоят и немалые. Для чего? Для того, чтобы вы сейчас со своим коллегой мне подсовывали браузерное приложение? Наверное, не для того же они деньги свои кровные от фирмы отрывали и на разработчика тратили, чтобы вы сейчас игнорировали этот момент. Ответьте мне на вопрос. На какой? Ответьте на вопрос. Вспоминайте то, что я вас поинтересовался. Ну, там вы сказали, что какие-то минимальные преимущества есть, там цветопередача нормальная. Не минимальные преимущества. Не минимальные преимущества. А максимальное преимущество через браузер. Когда, зачем создавали Android-приложение? Инструментов. Инструменты, знаете, как для Android-приложения там элементарно. Только стоп-лосс, сейф-профит выставляют, да, в таком формате. Не более. Для того, чтобы, допустим, заниматься хеджированием, да, нужно в первую очередь уже браузер, потому что там более, скажем так, развернутый спектр инструментов. А вот какими это, вы... Вы мне скажите другой момент. Какими вы инструментами хеджируете? Для чего? Инструментами всеми, которые касаются финансового рынка, абсолютно всеми активами. Не, ну вы хеджируете конкретно чем? Всем. Лапами, усами и вы хвостом, знаете? Чем всем? Ну, вы конкретно чем хеджируете? Что есть там, что нету? Валютный рынок, криптовалюты, акции компании. Это называется инструменты. Да, а хеджируете вы чем? Понимаете? Всеми активами. Вы знаете, что такое хеджирование? Вообще, вы говорите вот что-то абсолютно ну, непрофессиональное, потому что вы называете то, что нуждается в хеджировании, а не то, чем хеджируют. Хеджирование – это защита позиции от просадки. Супер. Вот. Теперь вы понимаете, в чем, для чего take profit, stop loss, для чего инструменты вообще на финансовом рынке? Take profit и stop loss – это аж никак не инструменты хеджирования. Это инструмент торговли. Ну, я задал вопрос, понимаете? Чем вы хеджируете? Чем вы хеджируете в браузерной версии таким, чего нету у вас в мобильной версии? И какого рожна его нету в мобильной версии? Вы хоть видели его? Кого? Вы хоть его видели? Кого? Ну, скажите, приложение. Так, ну, вы издеваетесь, что ли? Я вот уже 20 минут пытаюсь добиться, чтобы мне его показали.
я вам скажу один такой момент. Вы, так понимаю, полностью не заинтересованы в этом, поэтому давайте так. Я 20 минут упрашиваю. Ну, давайте общаться с специалистом. 20 минут? Сегодня не на коленях выпрашиваю. Передаю, да. Алло. Георгий. Все-таки все да. возвращается тогда к вам. Как мы с вами поступим? Да, как мы с вами поступим? Вы тогда ищите приложение. Так, подскажите, где искать? Делами. Если что, мы вас номер. Где искать, подскажите? Я уже вам все сказал. Всего доброго. У меня уже время закончилось. Домой, баеньки, спать? Ноги помыли, зубы почистили, спать? У меня уже время закончилось. Ну ничего, поработайте немножко для компании сверхурочной. Компания же вас кормит, поет, обувает, ведет вас в жизнь. Отплатите чем-нибудь хорошим компании в это вечернее время. Мне нужны люди заинтересованные. Я более чем заинтересован. Я уже готов переводить деньги, но только надо авторизоваться через приложение, чтобы удобно было. Нет. Мне нет времени уже с вами работать. То есть нету времени. Компания должна диктовать вам свои условия, а не вы компания. Разве вы из тех, кто досидит свою положенную вахту до конца и бежит из офиса? Так же только нерадивые сотрудники бегут. А если нарисовывается перспективный клиент, а я очень перспективный клиент, вы же должны отработать эту систему. Вдруг меня завтра конкуренты перехватят. Вдруг меня завтра конкуренты перехватят. И все моя сумма уйдет не к вам. Как вы можете такое допустить? Ничего страшного. Это не нацеленность на благо компании. Компания такого не оценит. Георгий, у меня же время заканчивается. Мне нет. Ну ничего страшного, что у вас дома там? Куча детей маленьких, я не знаю. Корова не дует. Ты же городской житель, посидели бы еще минут 25, мы с вами все прекрасно, я бы сегодня активировал бы счет, зарегистрировался бы, сделал первое вложение, заработал бы. А зарабатываю я, значит, зарабатываете и вы. Разве вам жалко потратить еще какую-то маленькую толику времени для того, чтобы заработала ваша компания? 30 минут. 30 минут мы с вами общаемся. Уже нет. Это мелочи. Это мелочи. В сравнении с финансовыми выгодами для компании, что такое 30 минут? Абсолютно. Я же уверен, что вы действительно хороший сотрудник. И вы можете немножко поставить опции над личным. Я уже устал. Если вы устали, если вам плевать на вашу компанию, если вам плевать на то, как будут идти финансовые дела, тогда, конечно. Да. Тогда и мне такие сотрудники, которые не заботятся о своей компании, и мне они тоже не нужны. Зачем мне разговаривать с теми, кто и минуты лишней не может просидеть на своем табурете и бежит из офиса, куда бежать? Смотрите, что в мире творится. Сейчас вы можете выйти во двор. Любой человек будет рвать и метать. Копать и бросать. Разрабатывать тонны руды. Для чего? Для того, чтобы найти тот заводник, который будет светочем во мгле для своей компании. Вы слышите меня? Да, вы что-то говорите? Вы можете пообщаться, вы можете выйти во двор. Вы можете выйти во двор, там есть бабушки сидят, они семечки лускают. Вы можете с ними пообщаться. Бабушки в это смутное время не сидят и ничего не лускают. Они зарабатывают для своих компаний. В отличие от вас. Вам хочется побежать и сесть и полускать семечки, вместо того, чтобы работать и приносить пользу. Тем, кто в свое время принес пользу вам. Всего доброго, до свидания. Хороших вам семечек. Отдыхайте. Давайте работать. Я хочу сегодня заработать. Отдыхайте. И принести заработок и в вашу компанию. Нет, вы сами зарабатывать не будете. Для вас уже ограниченные места. Вы уже свою возможность потеряли. Ну, если вашей компании не нужны мои деньги, тогда что я тут с вами делаю? У вас их нету. У меня много денег. Не верю.
Да, вам это не обязательно. Не об... Ну, в общем, не обязаны вы верить. И я не обязан добиваться от вас веры. Главное, что я горю желанием вложиться. Понял вас. Я горю желанием вложиться. Горите дальше. Горите. Угу. Горите. Хорошо, давайте. Всего доброго. Хочу работать. Нет. Ну, вы кто такой, чтобы мне говорить нет? Это должно сказать ваше руководство. Решаю, вы какой-то клерк из младшего состава и говорите нет. А вдруг ваше руководство решит, что я действительно достоин того, чтобы работать с вашей компанией? Вы на себя много не берите. Руководство даже не будет рассматривать вашу заявку. Это вы сюда пришли с целью для того, чтобы послушать меня. Значит, вы у нас младшее звено. Именно поэтому вам необходимо меня слушать и делать так, как я буду вам говорить. Не вы мне указываете. Увы. Вы, когда вы действуете во вред вашей компании, тогда я вижу, что вы не тот, кого мне надо было бы слушать. Вы вредитель, из-за которого ваша компания никак не может выйти в свободное, полноводное плавание. Наша компания вышла на мировой уровень сейчас, и поверьте. Но это не благодаря вашей деятельности, это вопреки ей. Вы можете пойти в казино поиграть, и отдать свои деньги. Никогда хороший сотрудник не скажет, пойдите куда-то мимо нашей компании. Он всегда будет приглашать компанию. Если даже мне надо будет казино... Хороший сотрудник создаст казино внутри компании, но не будет отправлять меня куда-то на страну далече. С вами никто не будет работать. С вами никто не будет работать. Георгий. Со мной будут работать. Потому что если найдутся сотрудники лучше вас, то им будет в награду моя сумма. А если вы работаете сразу на отбой... Рабочие недели... Вы болтаете со мной за 10 минут. Лучше бы вы сказали бы мне то, что я запрашивал. Мы бы уже что-то заработали. Вы бы уже сделку сделали. А заработал бы я, заработали бы и вы. Не выдумывайте. О каких заработках может вообще идти? Вот вы хотите уходить, вам куда-то надо. Ну вам куда надо? У дома вас ждет холодная постель. Девушки у вас нету, иначе вы там до такого времени не сидели бы на работе. Ну и что вам дома делать? Сидеть, протягивать озябшие ноги к холодному камину, дудлить прокисшее пиво и смотреть по телевизору последние новости? Лучше бы поработали бы. И хоть чуть-чуть тепла, да пришло бы вашими стараниями в этот мир. Восстановите свою страну, восстановите экономику. А у вас другая страна, да? Очень все плохо. У вас другая страна? Поверьте, у нас все хорошо, Георгий. По сравнению с вами, у нас все в порядке. Мы держимся. Так вы не россияне, нет? И стоим на ногах очень ровно. Вы не в России, нет? Нет, я не россиян. Ой, а откуда вы? Нет. Откуда? А вы что, не можете по разговору понять, как мы с вами общаемся? Ну, я так по разговору я понимаю, что это Чукотский автономный округ, но он же тоже в России. Ну, вы... Так а что, в России люди недовольные, униженные перед всеми, перед Владимиром Владимировичем. Ну, по разговору, то вы из Чукотки, явно. А что, Чукотка уже отделилась? А как вы мне из другой страны предлагаете со мной сотрудничать? Ну, объясните мне, пожалуйста. Это секрет, это маленький секрет. Такой маленький, как и ваш IQ? Нет, у меня с IQ все в порядке. Если вы хотите перейти на личности, вы можете это сделать уже с другими людьми. Так а зачем мне делать это с другими людьми, если такое шикарное, в общем, такая шикарная возможность это сделать с вами? Георгий. Я буквально уговариваю вас посвятить вашей компании. Бизнеса у вас никакого нету. Идите, найдите себе подходящую работу, заработайте денег. Оплатите у меня себе, есть деньги. Оплатите себе холодильник, фен, стиральную машинку, потому что, исходя из того, что мы видим в новостях, у вас ничего нету. Новости про меня там прям показывают. Прям про Георгия. А сейчас георгиевские новости. Стиральная машинка, микроволновка, ничего нету у вас. Это очень плохо. Так что лучше поработаете на благо страны. А вы не хотите поработать на благо компании, но меня отправляете работать на благо страны.
работаете на благо. Как можно так не любить свою фирму? Объясните мне. Что, Георгий? Мне кажется, она вас наказывала финансово.